Приветствую вас. Давайте разберем ваш вопрос. Я работаю преподавателем информатики в школе, но при этом люблю играть также в шахматы и даже выполнил норму первого разряда. Информатика мне тоже нравится в школьной программе, где уроки часто получаются интересные, я получаю драйв. Но подготовка к ОГЭ и ЕГЭ часто бывает скучной, так как теории для подготовки мало, а тупо идет навешивание разных задач. Я даже написал книгу для подготовки к ЕГЭ в компьютерной форме, но книга шла тяжело. Думаю создать видеокурс для подготовки к ЕГЭ и ОГЭ, но не уверен, что смогу этим долго заниматься. Также я еще веду подготовку детей к WordSkills по созданию игр. Рейтинговый курс – это пока для меня новое и сложное, не получается пока, так как требуются серьезные навыки для WordSkills, что я тоже наращиваю. С одной стороны, я могу в школе взять кружок шахмат и развивать это направление. Думаю, явно будет мне интересно, так как шахматами я увлекаюсь с детства. Другое дело, что меня терзает, что уберем шахматы хотя бы один урок в неделю, я боюсь, что запишу или не справлюсь с задачей коммерциализации курса по подготовке к ЕГЭ и ОГЭ. И получится, я вроде как за двумя зайцами гонюсь. Я боюсь, что не вылезу такую нагрузку. Я где-то прочитал, что попытка уходить в смежные виды деятельности, не добившись серьезного результата, это сизифство. Как вы думаете, если я беру шахматы, это будет выглядеть как сизифство? И стоит ли распыляться, если душа требует шахмат? С другой стороны, я думаю, что шахматами я мог бы заниматься долго и без устали. Я думаю, Евгений, что вы в целом не уверенный в себе и довольно тревожный человек, если честно. Вот это то, что я думаю. И я думаю, Евгений, что вы боитесь, как вам так сказать, да, вы боитесь какой-то вот неудачи, да, вы боитесь какой-то такой ошибки, что ли, вы боитесь. Вот. Я думаю, что если есть проблема, вот, я думаю, что если есть проблематика, то она, на мой взгляд, заключается именно в этом. И только в этом. И ни в чем больше. То есть, по сути дела, на мой взгляд, вы можете и, наверное, даже должны в какой-то степени где-то ошибаться. Вот. У вас может и должно что-то не получаться. Это нормально, как мне. Как мне кажется, и представляю. Но если вы себе по той или иной причине этого не позволяете, если вы себя по той или иной причине заставляете делать какие-то вещи, то это вот уже может быть серьезной проблемой, что и порождает определенное противоречие, что и порождает, вероятно, определенные внутренние конфликты. Вот. У вас. Вот. И, соответственно, это, как мне кажется, и может являться той трудностью, которая вас беспокоит.
Я думаю, что вряд ли для вас станет новостью, если я скажу, что вы вольны заниматься, в принципе, всем, чем хотите. Я думаю, что для вас это не новость. Но я думаю, что зрелость человека определяется не тем, что он, условно говоря, что-то делает и добивается результата в том, что он делает. Я думаю, что зрелость человека определяется в том, насколько он, человек, готов признать свои ограничения, насколько человек готов, скажем так, признаться себе. Например, в том, что есть вещи, которые ему нравятся больше. А есть вещи, которые привлекают больше. То есть, иными словами, речь идет о выборе. Мы говорим именно о выборе. Мы говорим именно о возможности сделать выбор. Вот. То есть я думаю, что вы не готовы отказываться от всего, что у вас есть. Я думаю, что вы не готовы отказываться от чего-то. А ради чего-то, я думаю, что вам это страшно. Я думаю, что вы боитесь шага назад. И в целом вот как-то чувствуется, что вы пытаетесь вот много-много всего как бы на себя взять, да, пытаетесь много-много как-то вот на себя навалить, да, но опять же, как бы, ну, для чего? То есть зачем? А зачем вы это делаете, да? Для чего вы на себя наваливаете? То есть чего вы, например, боитесь? Вот. То есть какая цель у вас? Вот, я думаю, что и вам, и обучающимся будет лучше, если вы будете заниматься тем, что вам нравится, тем, что вас привлекает, тем, что вызывает у вас удовольствие, потому что тогда вы сможете куда более адекватно доносить, в общем-то, до людей какие-то мысли и обучающий процесс будет, ну, эффективнее. Вот. Тогда как сейчас это больше напоминает, знаете, вот такую какую-то лихорадочное стремление набрать побольше всего и просто стараться успеть и сделать как можно больше, вот. А не особо при этом там, ну, грубо говоря, взирая, да, на свои возможности, не особо взирая на свои предпочтения и так далее. Вот. А раз вот так вышло, раз так получилось, что вы, ну, что вы занимаетесь
преподавательской деятельностью, то, на мой взгляд, очень важно вам для себя постараться увидеть, вот что для вас именно преподавание, да? То есть, вот что я вкладываю в преподавание, вот, что я хочу, ну, условно говоря, вот, что я хочу преподаванием, например, достичь, что я хочу преподаванием, например, добиться, да, почему я выбираю именно вот преподавание, да, как бы. То есть вот этот момент, он очень важен, на мой взгляд. И дальше вы, ну, неминуемо, как мне видится, будете сталкиваться с вопросом о том, что я хочу преподавать, чему я хочу учить. Ну, вот. Я думаю, так. И тогда вы сможете решить для себя. Понимаете? Я думаю, что имеет смысл честно признаться, что вы хотите делать для себя. Что вы хотите делать для, ну, для других. То есть одно дело, если вы хотите учить людей, и вы можете и будете учить людей чему-то, это одно дело. И другое дело, если вы хотите делать что-то сами, да, чем-то самим заниматься, чем-то, ну, самому заниматься. Вот, это не одно и то же. У меня же вот сложилось такое впечатление, да, может быть, оно немножко ошибочно. А вот, у меня сложилось впечатление, что вы как бы вот учебой хотите как-то вот, ну, знаете, заместить вот обучение. А вы хотите заместить, как бы, ну вот, то, что вам интересно, то есть как бы оправдать. То есть, вот я буду учить людей, да, тому, что мне интересно. Ну, на мой взгляд, это вот не очень хорошая краткая история, потому что учить людей, тому, что нравится вам самому, это одно, а заниматься тем, что вам нравится самому, опять же, это другое, это не одно и то же, это разные вещи. И вот требуется, как мне кажется, некоторое мужество для того, чтобы признать это. Требуется мужество для того, чтобы вот этот момент как-то вот впустить в свою реальность. А вот. Такая, пожалуй,
здесь может быть история. Я не берусь как бы оценивать, да, вот сизифство или не сизифство, то, о чем вы говорите, потому что, на мой взгляд, данные, ну, данная, скажем так, терминология, да, она вот неприемлема к тому, что вы описываете, на мой взгляд. Абсолютно неприемлемо, на мой взгляд. Мне все же кажется, что на данный момент вы себя достаточно сильно игнорируете. Вот, я думаю, что ну, в какой-то степени вы избегаете того, чтобы себя слушать. Вот. И если и является что-то проблемой, то, пожалуй, вот это является по-настоящему такой серьезной проблемой, как мне кажется. Вот. Потому что, ну, ничего хорошего не будет, если вы вот в таком же ключе продолжите себя как-то игнорировать. Да, вот, ничего хорошего не будет из этого, и ничего хорошего из этого не получится. Вот. Как мне кажется, опять же. Поэтому я предлагаю вам не уходить в сторону того, чтобы пытаться понимать, что значит то или иное. Вот. Я предлагаю вам больше ну, прислушиваться к себе, да, предлагаю вам больше обращать, стараться обращать на внимание на себя и больше вот, стараться замечать, может быть, то, чего вы хотели бы. Для детей, что очень важно для детей и для себя, что тоже очень важно. Вот я думаю, примерно так я бы вам ответил. На этом все. Надеюсь, что помог вам. Буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу. Желаю вам всего самого доброго. Удачи!